С сегодняшнего дня проезд в троллейбусе стоит 12 рублей. Всего на рубль дешевле, чем в маршрутках. Получается забавная арифметика. За полгода стоимость проезда в электрическом транспорте в Иванове возросла на 50%. По 10 это было удобнее, народ. Если 6 рублей в день, так оно удобнее. Особенно утром, а сегодня утром никого не было. Уже все идут, уже скутеры даже 12 приготовят, уже в курсе. Результат налицо. Троллейбусы заметно опустили. Рубль разницы заставляет пассажиров выбирать более быстрый вид транспорта, а именно маршрутку, которая к тому же еще и комфортабельнее холодных невзрачных троллейбусов. Сами пассажиры не верят в то, что подорожание проезда как-то повлияет на условия перевозок. Нет, и не чище, и не теплее. Вот эти холода, и здесь вообще пар. Нам все дорожает, а все остается на старом. И так они редко ходят. Хорошо вот погода еще такая, а если морозы большие будут, это ужасно. Ты так махнешь рукой, садишься на автобусе и едешь. Экономичность троллейбуса была его единственным преимуществом перед другими видами общественного транспорта. Теперь же есть все основания полагать, что попытка вытащить МУППТ из долговой ямы за счет подорожания проезда не увенчается успехом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.